уходи, я боюсь. Не уходи. Ты же знаешь, я не могу остаться. Больно, 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 больно. Потерпи. Больно. Потерпи. Больно, больно, больно. Вы муж? Я? Нет, нет, нет. Я сосед. Дорогие друзья, у нас сегодня волнительный день. Мы провожаем на заслуженный отдых нашу прекрасную коллегу. 25 лет в полетах и еще десяток лет обучения молодого персонала. Служение авиации подходит к концу. Но не будем печалиться, поскольку у Веры, возможно, начинается новая жизнь. У нее сейчас появится много свободного времени. И она сможет найти себя в другом деле. Ну, допустим,
рисовать пейзажи. Возьмите. Или выводить новый сорт роз. Давайте поздравим Веру с началом новой жизни и пожелаем ей здоровья, успехов в новом деле. Поздравляем. Поздравляю. Поздравляем. 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 Поздравляю вас. Поздравляю. Mm-hmm. Поздравляю. Я вас тоже искренне поздравляю. Я рядом, если понадоблюсь. Я приду, как обычно. Примерно раз в 150 лет на Солнце происходит сильнейший корональный выброс, направленный в сторону Земли. В текущем солнечном цикле Супермурия уже... А сын у меня за океаном. Что делает Игорь? Уважаемый человек. Все в гости зовет, а я никак. Я, знаете, всю жизнь за рулем, по земле. Я вообще на самолетах никогда не летал, представляете? Я не знаю, как это возможно. От земли оторваться, а? Ужас. Ой, сыночек, гордость моя. Он у меня единственный. Так уже и внук есть, да? Хорошенький такой. А я его не видела ни разу, только на фотографии. Нет, сам-то, сынок, не выберется. Ну, знаете, работа. Сами понимаете. Он же у меня программист, да? Работает в офисе. Но, правда, звонит часто. Звонит, но по ночам. У них же там когда день, так у нас ночь. Я буду через 2 часа. Рано пришел? Хорошо. Я дам тебе время привести себя в порядок. А такая, я тебе не нравлюсь?
Мне что, прийти в другой раз? Или ты сейчас остаешься со мной навсегда, или... Или уходи совсем. Здравствуйте. Я из ритуального агентства. Очень хорошо. Проходите. У вас необычно. Если что-нибудь со мной случится, некому будет обо мне позаботиться, а я не хочу умирать, как собака под забором. Я понимаю. Что вы делаете в таких случаях? Так,
Что мы делаем в таких случаях? Мы с вами заключим договор. Угу. Договор, по которому первую треть вы внесете сейчас. Это пойдет на приобретение необходимых ритуальных принадлежностей. Вторую часть вы оплатите после утверждения после утверждения всей организации похорон. Так, третья часть поступит на счет нашего агентства по факту вашей смерти. Встаньте, пожалуйста. А, да. Угу. Ну что, пить? Так. Угу. 160. Ну, где-то 8. Так. Ой, извините. Что, ваше агентство ритуальные наряды шьет? Нет, это размеры. Размеры для гроба. Ага. Ну, то есть, где-то так вы будете размещаться. Ну, вот, с улыбочкой такой. Ой, извините. А кто будет ответственным за мое погребение? Я. А если вы поменяете место работы? Послушайте, я их уже столько поменял, что, надеюсь, хотя бы обязательства перед вами заставят меня осесть на одном месте. Как все нормальные люди. Так что живите подольше. Вот здесь, возле птичек. В смысле, подпишите. Так. Птички. Ну, и что теперь? А, я вам оставляю каталоги. Угу. Вы, пожалуйста, смотрите, выбирайте. Угу. Давайте это сюда. Это каталоги. А, я позвоню вам насчет участка. Сделайте это поскорее, пожалуйста. Хорошо. До свидания. Ой. Извините. Всего хорошего. Он совершил порядка 15 миллионов рейсов, пролетев в общей сложности 56 миллиардов километров, что равносильно 74 тысячам полетов на Луну и обратно. Этот самолет сделал наш мир еще теснее. Прослужив в воздухе свыше 3 десятилетий, он продолжает держать первенство как самый крупный в мире гражданский самолет. И он все еще приносит вдохновение тем, кто каждый день работает над его совершенствованием. Находишься ли на аэродроме с ребенком или еще где, видишь, как он взлетает и уходит в полет, и это приносит огромное удовлетворение. Ведь ты видишь творение своих рук, которые способны летать, и можешь сделать я. Да, самолет огромный. Какие внушительные габариты, что никогда не подумаешь, что такая махина может оторваться от земли. Да, это самый трудный и самый лучший самолет. А во всем мире узнают его очертания. Подпишите, пожалуйста. И когда прибудет новый? Сказали завтра утром. Понятно. Значит, все. Будут какие-то распоряжения. Спасибо.
возрасте. Участки в нашем городе очень быстро раскупаются. Так что хорошее место нужно заранее занимать. Ясно. Пойдемте посмотрим. Угу. Я устала. Вы извините. Я, наверное, уже ничего не хочу. Пойдемте. Там красиво. Идемте. Это совсем близко. Ну как? Нравится? Участки здесь дорого стоят, но вы можете купить в рассрочку. Вам же некуда торопиться. Ну, это как повезет. Хотите, можете лежать вот здесь. Рядом с мэром. Или рядом со знаменитым артистом. Но я бы выбрал другое место. Вот здесь! Под соснами! Слышите, какой здесь запах? Это теплая смола. А еще отсюда видно, как заходит солнце и блестит река. Правда здорово? Это вас на курсах ритуальных агентов учат такую лапшу клиентам на уши вешать? Да? Жалко! Жалко, что вам не нравится. Послушайте, сколько вам лет? 30. Сегодня. У вас день рождения? Да. Серьезно? Да. И вы здесь со мной? Да. Но вы даете. Все. Может, вас подвезти? Спасибо, не надо. Спасибо тебе за все.
Счастливо. Командир! А у меня скоро второй внук родится. Представляете? А я первого. Только на фотографиях и видела. Такой мальчик хорошенький. Сын звонит все время. Приезжай, говорит мама, внуков нянчить. Я думаю, куда я поеду? Чего я поеду? Вообще, какая из меня нянька, да? Ой, мешать только им буду. У них там сейчас утро. Сын на работу едет. Пробки. Большой город. А я вообще-то летать боюсь. Очень боюсь. Никак. Никак не могу себя заставить. Бывает. Да? Хотел на тебе жениться. Ха, ой, ну, что ж не женился? Ну, я был на земле, а ты? Я на небе. Большое вам спасибо. Вам тоже, вам больше спасибо. Как вы так там, как так? Утром на работу. Завтра привезут новые образцы. Вы можете приехать посмотреть. Образцы чего? Как чего? Гранита. А, ну да, да. Для памятника. Да. Вы завтра свободны? Свободна. Я теперь... Всегда свободно. Ну и отлично. Тогда приезжайте в агентство
часам к 10. А если я просплю? Ничего. Да? Я буду ждать вас весь день. Тараканы прибегали. Все стаканы выпивали. А букашки по 3 чашки с молочком и с крендельком. Нынче муха цокотуха. Именинница, кстати. Спасибо вам. Да, за этот вечер. Ой, не за что. Такого дня рождения у меня не было, правда. До завтра, Артем. Вера, нам надо поговорить. Мы уже поговорили. Ой. Ты что, бросаешь меня? Ой. После стольких лет? Кто это? Не твое дело. Я пойду? Или мне остаться? Я не знаю. Что это значит? Ради бога, у меня голова раскалывается. Я до сих пор не сделал ей предложение, потому что был очень занят. Я понимаю. Но теперь все изменится. Это хорошо. Что бы она тебе ни говорила, она меня любит. И всю жизнь любила. Я не в курсе. Я с ней знаком всего 2 дня. Проклятая. Ой. Ой. Па. Ой.
Хорошие гробы, конечно, у нас есть. У нас есть дерево, клен, дуб, вишня. Причем выполняется ручная дело. Есть, конечно, материалы подешевле ДСП, но поймите, если почва влажная, то очень быстро смотрят. Вам лучше брать. Это ручная. Артем, тебя клиента ждет. Все будет сделано в лучшем виде. Да, да, конечно, конечно, я все рассчитаю. Добрый день. Я же говорила, что могу проспать. Здравствуйте. Ну? Вы мне обещали показать новые образцы? Все здесь, смотрите. Да? Это все, что у вас есть? Да, пожалуйста, выбирайте. Но мне вчера показалось, что вы хотели предложить что-то особенное. А мне показалось, что вам вчера должны были сделать совсем другое предложение. Кто? Ваш друг? Значит так, вот это у нас гранит. Очень хороший материал, долговечный, простоит 1000 лет. Вполне хватит, достаточно. А вот этот нам привозят из Индии. Самый дорогой. Он абсолютно черный. Из него строят храмы. Храм Будды в Непале, например. 4 век до нашей эры. Слышали? Я там была. Что, серьезно? Да. Ух ты, а я только на картинках видел. Ничего, еще побывайте. Вот. Италия. Роса Фьорита. Его добывают на острове Сардиния. Там, наверное, очень красиво. Ничего особенного. Вы что? Ой, извините, ради бога. Вы там тоже были? Да. Ну, тогда я вас удивлю. Вот. Бразильский айсберг. Уникальная штука. Он светится на солнце. Вы были в Бразилии? Да. Ну что, видели карнавал? Да. Вера, а где вы не были? Там, где не летают самолеты. Классно.
Ну, значит, будем выбирать цвет. Вы были замужем? Нет, как раз там я не была. А что? Это хорошо. Тогда белый. Вам очень идет этот цвет. Как душно. Может быть, мы пойдем куда-нибудь, где есть кондиционер? А? Ой, а немного вы взяли? Тут 12 сортов. По 2 шарика в каждом рожке. Вот это черная смородина, фисташковая, дыня. Там внизу клубника со сливками, кофе и шоколад. А можно я попробую вот только клубничное? Нет. Вы должны попробовать все. Держите. Вот это вкусное, дыня. А там клубника. Понятно. Я уже начал. Все-таки первая фисташковая. Вот это вот обязательно попробуйте. Да. У меня в детстве постоянно была ангина. Поэтому мороженое есть не разрешали. А недавно мне гланды вырезали. Я могу теперь лопать его, сколько захочу. Вкусно? Очень. Очень. А вот это? Ну, что ж, спасибо. Да, пожалуйста. Ой, вам спасибо. Тоже. Спасибо. Так значит, белый айсберг. Да. Если вы так считаете, то да. Конечно. Да, мне кажется, это будет очень красиво. Прекрасно. Да, прекрасно. Пусть будет айсберг. Художник сделает на нем ваш портрет. Нужно будет фото. Да? Да. Я принесу обязательно. Или, может быть, вы зайдете? Впрочем... Слушайте, Вера, а давайте мы выпьем чаю. А то столько мороженого, чтобы вы не простудились. Хорошо. А где? Я знаю где. Пойдемте. Доброе утро. Здравствуйте. Да-да, пожалуйста, организуйте хранение багажа для всех пассажиров задержанных рейсов. Да-да-да, и семьям с детьми в первую очередь. Минуточку, пожалуйста. Да, конечно, звоните. Вы что-то хотели? Извините. Да, слушаю вас.
Да, обязательно. Обязательно для всех пассажиров организуйте, пожалуйста, обед в баре аэропорта. Да, обязательно. Без задержек, пожалуйста. Да, и что у нас с гостиницами? Достаточно ли свободных номеров? Да, займитесь этим вопросом, пожалуйста. Вот это мой дом. Вы живете на острове? Вообще-то на полуострове. Ух ты, Унга! Я думала, кто это там у вас? Привет. Никого нет. Это Унга, это Очень Вера. Очень приятно. А двери всегда открыты. У меня даже ключей нет. Ума, Ума! Идем домой. Выходите. Идем, идем. Спасибо. Умка, ставь чайник. Она умеет. У сына сегодня день рождения. Гостей соберется. Меня тоже зовет. А я летать боюсь. Ой, у меня трое. И никто не зовет. Поедем отсюда быстрее. Ничего себе! Твоё, что ли, Тём? Отлично клиентку раскрутил! Молодец! Тёма, хочешь перекусить? Нет, спасибо. Тёма, ты знаешь, что хотя бы раз в день нужно есть горячее. Ты что, хочешь гастрит заработать? Спасибо, я ел. Ну что ты там ел? Мороженое. Добрый вечер. Как обычно, ужин на двоих. Понял. Ума, Ума! Пошли, со мной!
Наверх. Давай. Алло? Артём? Да, да. Это Вера. У меня, кажется, ангина. Вот. Вам-то гланды не вырезали. Так, послушайте, Вера, я сейчас сам к вам приеду. Вы, пожалуйста, ложитесь в постели и не вставайте. Я сейчас, я очень быстро. Ой, что ж я наделал-то? Ой. Так, Ума, остаешься за старшую. Так, почему не в кровати? Я боюсь. Я же могу умереть. Подождите. А где у вас? А, вот. Хорошо. Так. Вы не понимаете. Ангина дает осложнение на сердце. Не обязательно. Вы такая раздетая. Ну? Сейчас же идите в постель. Ложитесь, я сейчас приду. Спасибо. О, какая вы бледная. И горячая. Вам нужно хорошенько пропотеть. Да. Шерстяные носки у вас есть? Так, ладно. Не надо носки. Допивайте и ложитесь. Если я не проснусь. Спите, спите. Мне страшно. Не бойтесь, я с вами посижу. Угу. Вера. Чуть не забыл, мне нужна ваша фотография. Там на полочке возьмите альбом. Да. Сегодня мы впервые пересекли экватор. Я посвящаю этот полет тебе. До встречи на Земле. Твоя Вера. В составе экипажа летит солнце. Пусть этот полет длится вечно. Твоя навсегда, Вера. Просим вас пристегнуть ремни безопасности и отключить. Кажется, у нас в салоне летит Ален Делон. Может быть, попросить автограф? Ты не против меня? Благодарим.
благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Приятного полета. Ты самый лучший. Я буду любить тебя вечно. Пусть зимней стужей будет этот час, чтобы весна теплее согрела нас. Лучшему мужчине на земле и на небе. Еще здесь. Я выбрал фотографию. Угу. Я возьму? Да, 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 забирайте. Отдыхайте. Спасибо вам. Я проплакала всю ночь. Ты поговорил с женой? Твоя Вера.
жарко? Ничего. Сегодня корпоратив. Ты не забыл? Ну, вообще-то у меня дела. Все должны быть. Это традиция? Нет, я... Тебе что? От нее нужно? Ничего. А вот вы ей нужны. Жене оставлю дом, твою квартирку продадим. Сейчас в этом районе хорошо продаются. У меня еще есть мамина в центре. Будем жить. Я не люблю тебя больше.
Ризотто нужно есть горячим. А вы уже целый час сидите и ничего не ели. А может, ну его это ризотто. Давайте я вам сам поджарю. Ваше фирменное блюдо. Крейку. С острым соусом. М? У меня больная печень. А, тогда, может, бокал белого сухого вина? Итальянское очень вкусное. А может, вы любите красное вино? Ну, тогда французское. Тогда божоле. Это лучше. А вы были во Франции? Не были? А я был в Париже. Да, в этом году. Очень интересная поездка. Потрясающе. Ну, Версаль, Эйфелева башня и прекрасная кухня. Вам обязательно нужно попробовать. И обязательно нужно побывать в Париже. Мне всего этого нельзя. Ну, почему? Ну, хоть немножечко можно. Попробуйте. Жизнь – вкусная штука. В Париж весною я влюблен, пронзил мне сердце Купидон, и я пленен. Французских булок аромат в тумане утренний Монмартр, звон Сакрикер и Нотр-Дам, сквер Вергалан, весь мир затмил. Париж весной, все потому, что я с тобой. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-да, та-да-да-да, 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 та-да-да-да. Пошла вон.
На рынок надо будет сходить. У тебя холодильник пустой. Ума. На. А зачем ты держишь собаку в доме? У нее же, наверное, блохи. И вонь. Да нормально. Тебе телек купить надо. А то как-то скучно. Я подниму. Алло? Доброе утро, Артём. Алло. Да, Вера, здравствуйте. Как ваше здоровье? Артём, вы не представляете, как мне хорошо. Как будто началась новая жизнь. Я очень рад за вас. Мы сегодня увидимся. У меня столько новых идей. Хорошо, приезжайте в агентство. Во сколько? К концу рабочего дня. Хорошо. До свидания. Кто звонил? Клиентка? Не похоже как-то. Вот она. Заказала себе памятник при жизни. Красивая. Это она в молодости. Сейчас ей 55. Поехали на работу. Доброе утро. Как же я хочу есть. Ты не будешь? Thank you.
Был такой испанский архитектор Антонио Гауди. Очень талантливый. Замечательный. Я знаю. Значит, вы меня поймете. Вот знаменитый парк Гуэля в Барселоне. А вот его... Господи, где же это? Вот его знаменитые кованые ворота в усадьбе Гуэля. И что? Я хочу такую ограду. Эта художественная ковка будет очень дорого. Ну и пусть. Зато у меня будет своя собственная усадьба Гуэля. У нас в городе никто этим не занимается. Ну? Ну тогда давайте поедем в другой город. Тёмочка. Поехали домой. Поздно уже. Купим чего-нибудь вкусненького. Ну, собирайся. Я думал, вы больше не придете. Вы правы. Для меня это слишком. Слишком дорого. Вера, что происходит? Не надо ничего, я передумала. Я разрываю наш договор. Аванс возьмите себе, больше ничего не надо. Вот и отлично. Мне тоже надоел весь этот цирк. Думаете, я не понимаю, зачем вы это все устроили? И для кого все эти ворота Гауди? То вы собираетесь умирать, то не собираетесь. Сами не знаете, что хотите. В конце концов, когда нас не станет, какая разница, из какого гранита будут наши памятники и какие узоры на наших оградах? Давайте, или вы определитесь, или... Ты говорил, что хотел жениться на мне, так... Так женись сейчас. Милый, сколько корицы добавлять в капучино? А? На кончике ножа, дорогая. Извините.
Привет, привет. Ну что у вас там? Как погода? Зарядили дожди. Мама, мне кажется, ты просто придумываешь оправдание. Да-да-да, чтобы не лететь к нам. А зачем я там нужна? Тебе будет за меня стыдно. Мам, почему стыдно? Я лучше здесь. Я рассказываю про тебя здесь всем. Что ты рассказываешь? Что я родила тебя без мужа? Что я не закончила даже среднюю школу? Что я всю жизнь кручу баранку? Мам, слышишь? Мам, правда жду. Приезжай. Ну? Отвечай мне. Давай. Ну чего же ты? Давай, щенок. Дерись со мной. Дерись. Бей меня. Дай, щенок! Ударь меня! Бей! Бей меня! Бей меня, говорю! Бей меня! Бей! 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 Не буду. Извините. Что-то случилось?
Могу предложить другой сорт. А вот это что за? Белый айсберг. Это очень красиво. Какая уж там красота. Гранитная крошка у вас почем? А хотите ограду в стиле Гауди? Прости меня. Ты меня прости. Такую погоду работы много. Встаю. Значит, самое время устроить себе отпуск. Да. У меня внучка родилась. Сын зовет в гости. Но это далеко. За океаном. Я летать боюсь. Из-за этого вы их никогда больше не увидите. А? Остановите.
Я никогда не видел индийские храмы из черного гранита. Говорят, там вьют гнезда черные журавли. Я никогда не был на карнавале в Бразилии. И никогда не видел вживую дворцы Гауди. Я хочу все это посмотреть. С тобой. Поднимайтесь, пожалуйста, на борт. Я очень давно не летал. Вы знаете, у меня мандраж. Ну что вы, не волнуйтесь. У нас прекрасные пилоты и самый лучший командир экипажа. Вы уверены? Да. Он самый лучший. Счастливого полета. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Пожалуйста. Я впервые лечу через океан. Мне очень страшно. Не волнуйтесь. Извините, пожалуйста. Вы бы не могли подержать меня за руку? Пожалуйста. Спасибо. Дамы и господа, с вами говорит командир экипажа. Приветствую вас на борту нашего авиалайнера. Полет будет проходить на высоте 10 тысяч метров. Температура воздуха за бортом составит градусов. Просим вас достигнуть безопасности и отключить все личные электронные устройства. Курение запрещено на протяжении всего пути. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Приятного полета.